Ваша оценка к сегодняшнему матчу? Мы не начали плохо игру. Где-то там 25 минут не выглядели плохо, но что-то после 25 минут вторая часть первого тайма совсем отдали инициативу сопернику, и они этим использовались, забили нам гол раздевалки, конечно, это влияет. Начали второй тайм тоже нехорошо. После этого сделали какие-то тактические замены, форсировали, играли оппортунистически, чтобы сравняли счет. Мне кажется, что три момента у нас было, чтобы сравняли, не получилось, к сожалению, и проиграли. Предыдущие годы «Металлург» очень хорошо выступил, но в этом году они находятся на последнем месте. Почему не получается в этом году у «Металлурга»? Это правда, конечно. Мы сегодня не можем сказать, что играли хорошо, но в предыдущих турах играли хорошо, не можем выиграть, это наша болезнь. Не реализуем момент, впереди у нас проблема, поэтому находимся там, где находимся, но все равно мы должны работать усердно, чтобы вырвались из этой ситуации. Если хотите, можете сказать несколько слов для зрителей Бекабада, которые пришли, поболели за команду. А, конечно, нам должно быть всем стыдно. И мы извиняемся нашим болельщикам, которые нас поддерживают, не только в Алмалике, но и в других городах. Это очень-очень плохо, что мы находимся на последнем месте, что сегодня проиграли. Мы понимаем их тоже чувства, так что должны все силы делать, чтобы вытащили ситуацию, конечно. Для нас каждая игра сейчас будет как финал. Спасибо. Пожелаем успехов в следующем.